принципе, результат закономерный, наверное. Хотя был момент при счете 2-0. У нас наша молодежь, в принципе, не выжила то, что должны были выжить. Допустили ошибку голевую, потому что с этой командой нельзя, в общем-то, расслабиться. Умеющие ребята, хорошая команда, на скоростях хороших, с мячом хорошо работают. Поэтому нам было тяжело и трудно, то есть, их сдерживать. И когда пропустили гол, честно говоря, благо, что второй не забили, вот головой когда. А так бы, я думаю, игра была бы очень сложная.